нужно его подтолкнуть. Но, черт возьми, он выехал из города. Еле через мост всем постам. Остановить преступника. Грабители банка. Воу, шикардос. Ситуациями. Обно, хорошо, ребят, вообще красиво. Самое... Ух ты, зараза, а? Слушай, нифига себе, он в кювет падает. Все, все, ребята, слили его, остановили. Прекрасно, 39 секунд. Вообще здорово, ребята, здорово. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть BMG Drive, смотреть новый интересный сценарий, который у нас появляется с каждым днем, в общем-то, и, ребят, я нахожу новые интересные всякие гоночки, испытания, челленджи. Ребят, если нравится BMG Drive, то прямо сейчас поддерживайте нашу серию лайкосиком, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию по BMG Drive, и, ребят, будем начинать, а мы сегодня будем у нас... Получается, начало самое такое эпичное, потому что мы сегодня будем преследовать плохого парня. Ребята, сегодня у нас будет преследование, посмотрим. Нужно догнать вот этого чувака, который от нас, в принципе, пытается свинтить. И, соответственно, мне нужно его, наверное, подбить и самому выжить и доехать до второй точки, я так думаю. Может быть, нужно просто его обогнать? Давайте попробуем его просто обогнать, если, конечно же, это дело у нас получится. Можно его подбить. Обошли, хорошо. Я не знаю, где следующая точка. Возможно, где-то впереди, ребят, не знаю, где она. Нет, bad guy... А, он уехал. Блин, я просто его обогнал, ребята, я просто его обогнал, не знаю. Прям вообще красивенько. Нужно было его подбить, давайте подобьем его. Я думал, что нужно бы, знаете, его нужно, может быть, просто обогнать. Там будет второй чекпоинт, потому что здесь написано чекпоинт 1, чекпоинт 2, прямо наверху. Так... Ах ты, зараза, стой, нет, все вообще хламина, нет, он выжил, погоди, серьезно, вау, погоди, а где, где наш товарищ, он в другую сторону поехал, а, он пытается от меня свинтить, вообще он развернулся и поехал обратно, ребята, а если я просто задок влечу в него и все, давайте просто влетим, просто, я не знаю, подобьем его конкретно и... И все на этом, ребят, я думаю, да? Или нет? Или что? Что он будет? Он, короче, останавливается, потом пытается... Смотрите, он, видите, тормозит. Подтолкнем. Так, если он пытался... Смотри, он сваливает! Нарушитель, черт возьми! Преследуем его! Давай! Мы короче, полицейские, но под прикрытием, ребят, работаем. Под прикрытием. Нужно догнать вот этого... Засранца, блин, нужно его подбить как-то. Давай, ну же. Вот мерзавец, а. Блин, погоня жесточайшая. Может быть, туннель его немного. Тихо, сбили. Ну-ка, блокируем. Заблокировали, ну. Все. Ну давай же, зараза. Блин, он двигается. Видите, да? Не, все, захват. Захват есть, ребята, да, за минуту. Минуту 0.4 мы его сделали. Красиво, красивенько. Well done. Я хочу сейчас полностью влететь в него. Вот я не знаю, что будет. Засчитать ли нам очки, если мы просто влетим в него. Вот сзади, прям конкретно. Видите, если я просто объеду, обгоню его, он начинает тормозить и поворачивать в другую сторону. Вот такой вот он умный. Если мы просто вылетаем вот так. Ну-ка. Давай, вминайся! Вот, зараза. Чуть-чуть подбили. И он поедет в другую сторону. В другую сторону погнал, зараза. Так, а если его на скалу куда-нибудь? Немножко подтолкнуть. Ох ты, ё-моё, вот это... Слушай, а у меня, наверное... Нет, я думал, что моя машина уже крякнула. Смотрите, что с колесом происходит. У меня вмялось колесо, серьезно, оно влево тянет. Машину влево тянет, конкретно. Блин, да тут товарищ, я ему дверь вмял. Он, смотри, что творит, а? Все равно едет. Тихо. Может, его в туннель нужно как-то сейчас? Говорю, притормозил немного. Ох, кто, наверное, развернуться и уехать в другую сторону. Д
Да ладно. А, ваша машина разбита в хламину. Я понял. Давайте мы попробуем его в скалу влетим. Как-нибудь так сделаем. Может быть, его с обочины скинуть или в скалу подтолкнуть. Попробуем, ребят. И я думаю, что нужно как-то с ним эпично обойтись. Вот как, например, останавливали бы вы бы, например, нарушителя, а, ребята? Напишите в комментариях под этим видео. Если вы бы работали под прикрытием, что бы вы делали? Ну-ка, во! Шикарно, блин, зараза! Куда ж ты... Все, по-моему, красиво, да, ребят? Красивенько мы его подбили, вообще четко, 29 секунд, да! Я мог в другую сторону, конечно, поехать, но я все равно свою машину расхлестал, но, черт возьми, я так увлекся этой аварией. Ребят, мы это сделали, идем дальше. И следующее испытание называется коридор. Мы сегодня будем, по-моему, навстречу друг другу двигаться, я не знаю, подожди, там грузовик какой-то, что нас ожидает, ребята, впереди? Ну, какая-то будет жесть, вот на этой тарантайке мы... Попробуем сегодня выжить, друзья. Это прямо миссия хардкорная, мега-хардкор. Давай, погнали. Навстречу нам по этому коридору движется трейлер огромный. Что нужно сделать? Я так понимаю, нужно вот куда-то вот сюда заехать. Так, выезжаем назад и... Я не знаю, навряд ли, наверное, проедет дальше. Я не знаю, что дальше. Так, он прямо... Там, может, еще впереди кто-то будет, а? Подожди. Он обратно едет? Так. Погодь. Теперь куда? О, победа! Да ладно! Коридор! 34 секунды, ребят. Мы сделали с первой попытки. Ну, я просто в афиге, ребята. Я просто в афиге. Ну, ладно, окей, идем далее. Итак, друзья, у нас сегодня будут гонки. Сегодня будет погоня. Наша полицейская машина пытается остановить очень опасного преступника, который от нас сваливает конкретно, прям вообще. Видите, да, он сразу же пытается свинтить. Он просто, я не знаю, погоня идет по всему штату за ним. Ребят, это особо опасный преступник, который пытается скрыться сейчас в лесах. Я хочу его сейчас как-нибудь подбить. Как-нибудь конкретненько подтолкнуть. Вот так вот, например, да? Тихо! Вот зараза, а? Вот это меня закрутило, а? Слушай. Жесть. Так, ничего, испытание очень-очень строгое такое, сложное. Друзья, поэтому нам нужно быть начеку. Опасный преступник не дремлет. Я даже не знаю, там один или, может быть, там их много. Может быть, там целая банда в машине сидит. Мы пока не знаем, ребята, этого. Нам нужно двигаться очень быстро. Просчитывать, так скажем, все возможные шаги бандитов. Так, он проезжает дальше. Едет, смотри-ка. Прет. Я хочу подтолкнуть, чтобы он в дерево влетел какое-нибудь, а? Нужно как-то его подбить. Чтобы он влетел в дерево, потому что если я сейчас... Вот серьезно, у меня настолько инертная машина, что на ней вообще нельзя резкие движения делать. Ее сразу начинает дико заносить прямо в сторону, куда-то просто вот, непонятно. Давай, вот сейчас хороший момент, но... По тормозам! Блокируем чувака. Стоять. Он в обратную сторону поехал! Блин, пока он не развернется, моя точила. Боже, господи, где форсированные двигатели на эту тачку? Где форсированные движки? Черт подери. Нам нужно реально его остановить. Вот куда он сейчас? Он сейчас может просто свернуть куда-нибудь на какую-нибудь улочку, я не знаю, там, и все. Мы его потом не найдем, этого мерзавца. Но чтобы ему свернуть, ему нужно остановиться. Он едет в обратную сторону. Вообще безбашенные чуваки, реально. Просто безбашенные. Ну-ка. Подталкиваю, но в среднем держится хорошо на дороге. Сейчас тоже держится нормально. В принципе, такой толчок на скорости 70 километров, 80 почти километров в час, то, в принципе, сейчас почти соточку выжили. Оу, вот это фейл, ребята, вот это фейл. Нет, смотри-ка, я еще живой. Невероятно, блин, что происходит с тачкой? Почему тебя так заносит, боже? Ну же, давай. Там у нас... Главное, чтобы не было этих рыков. Оба, красава. Бам, давай, подбили. Блин, задок я уже весь ему промял.
Но соточку опять разогнались, его нужно в кювет куда-нибудь. Во, давай. Да ты что, ну просто погоня зверская. Друзья, я надеюсь, вы меня поддерживаете лайками. Я прям очень-очень стараюсь, потому что, блин, этого мерзавца, серьезно, нужно было гасить, наверное, в самом начале. Вот здесь вот фейл. Сразу же, видите, по прямой уходит точком. Давайте разгоняемся, 70, почти 80 км в час, уже летим 90. Здесь нужно аккуратненько, нужно как-то его в бочину подмять. Нужно его немножко обогнать и в бочину пробить. Вот, хорошо, вмяли. Блин, стой! Очень отмороженный товарищ, самый отмороженный в штате. Блин, пытается скрыться от нас, но это просто невозможно, потому что мы его все равно догоним и остановим. Ситуациями... Обан, хорошо, ребят, вообще красиво! Самое... Ух ты, зараза, а? Слушай, нифига себе, он в кювет попадает. Все, ребята, слили его, остановили. Прекрасно, 39 секунд, вообще здорово, ребята, здорово. Главное тут, ребята, нужно подъехать к нему вот поближе, его подтолкнуть вот так вот слегка. Желательно в дерево вот его вмять, и все. Вообще изи получается. Слушайте, это, по-моему, еще один рекорд. 33 секунды на этот раз. Вообще прекрасно, ребята. Мы просто вообще мега-полицейские. Но идем далее. Intersection называется следующее испытание. И что нужно будет сделать здесь? Нам дают фургончик. На этом фургончике нужно доехать, до, я так понимаю, до точки. Но вон до той вот точечки нужно как-то, видимо, доскочить очень быстро. Что там дальше, непонятно. Там какой-то чекпоинт. Летим, 100 км в час, уже разогнались и... Оба! А, нужно было попасть в машину, что ли, я так понимаю, да? А, вон там тачка. Ну-ка, давай остановку. Вау, нормас. Это хорошо, все равно мы вмялись. Так, это тут тоже своеобразная погоня. Я так понимаю, мы должны задержать, возможно, преступника. Возможно, мы, преступники, совершаем покушение. Здесь очень много различных нюансов, я думаю, возможно. И главное здесь вот, вот здесь вот. Ну, да слишком быстро я проехал, да ладно. На этот раз я слишком быстро проехал, серьезно? Я просто не вижу своего противника, ребят. Я просто не вижу, я еду, я не знаю, сколько скорости. Нужно смотреть на скорость. Но здесь настолько нужно... Идеально вот это вот прям проскочите, я даже не знаю, ребята, Тормозить, что ли, здесь нужно было? Да, ребят, наверное, слишком быстро я гоню. Едем! Бам, задели немного, я вообще скинул скорость, мы его немножечко задели, но это совсем чуточек. Это уже, ребята, уровень хардкорный, здесь нужно идеально прямо... Вот просто настолько идеально все сделать, что даже не знаю, ребята. Серьезно. Получится у нас? Да, получилось! Красивенько. Да, перегородили ему путь. Красавейчик. Машина, кстати, там в хламину. И, ребята, да, ребят, сколько? 69 км в час ваша скорость была? 70 км в час. Вылетели 20 секунд и, в принципе, золото. Отлично. Intersection 2! Так, что теперь нужно? Оба, точилу... Точил у нас просто Subaru, что ли, я даже не знаю. Но она, блин, очень быстрая. Она очень быстрая. Здесь нужно разогнаться и... в полете! Вау! Черканул немного! Воу-воу-воу-воу! Хорошо, прям пошла. 16 секунд нужно... Видимо, друзья, настолько здесь... ювелирные челленджи. Я даже так бы, наверное, его назвал бы. Ну, это прям вообще, конечно. Так, давай хоть... Эх ты, немножко не долетели. Я чуть-чуть мог бы побыстрее разогнаться. Но все равно было прикольно. Вот так вот. Попаду, нет? Ах ты! Задумочка была хорошая, я хотел боком, как бы, понимаете, боком влететь. Чуть-чуть правее беру и...
Вау, багажник отрывает, ребят. Багажник просто отлетел. Я не знаю, за это нам что-нибудь дадут какие-нибудь очки? Нет, ничего не дали. Вот, хорошо попал, хорошо. Ез, колесами зацепил. Вау, шикардос. Хламище просто. А вот так вот. Вот так же тоже офигенно, ребят. Ну должны же нам. Посмотрите, как мы отбили-то ее вообще красивенько. Вот это попадание. Вот это попадание шикарное. Вот еще красота. Красота, ребята. Кто-то ограбил банк, ребят. Кто-то опять ограбил банк. И мы, как полиция, должны выяснить, кто это будет. Говорят, что это какая-то машина оранжевая. Оранжевая иномарка. Так, где она? Куда ехать-то, непонятно. Сюда? Нужно подъехать к банку. Вон она, вижу. Ох ты, черт. Слушайте, это испытание Very Hard написано, что Very Hard, ребят. Юкрашка, блин, да я разбил свою машину, серьезно, да вы что, немножко бортанул слегка. Выезжаем на задание, ограбление банка, срочно нужно двигаться. Успех, well done, your time, 7 секунд. Что, я выиграл, ребята, я выиграл, вау. Видимо, они испугались меня и сразу же сдались. Вот так вот, ребята, вот так вот надо. Затаскивать в Very Hard сценарии. Вон он, поехал. Поехал, родной, давай. Надо бы его немного вот как-нибудь вот так. Во! Тихо. Ах ты, зараза. Он, смотри, сваливает прям по городу, видите, носится. Ох, нифига себе, он прет. Врезался. Он врезался еще немножечко. Может быть, его чуть-чуть подтолкнуть слегка. Еще немного он влупился. Да ладно, вы разбили свою машину. Да я слегка его коснулся. Что за дела-то? Все было отлично. Грабители пытаются свинтить с деньгами. Давай, гони. Ох ты, зараза. Я думал, в дом влетел, нет? Стоп, влетел, красава. Молодца, давай подбей себе машину хорошенько. Нужно его на дерево натолкнуть. Нужно его подтолкнуть. О, черт возьми, он выехал из города. Еле через мост всем постам. Остановить преступника. Грабители банка. Давай, родимая, ну. Видите, да, я пытаюсь его подтолкнуть, он сразу резко скоро сбрасывает и не поддается. Там очень опытный водитель, я смотрю, сидит. Ну, испытание, ребята, Very Hard называется, Very Hard сценарий. Очень-очень сложный. Погоня прикольная. Черт! Малейшая ошибка, просто вообще хлам. От нашей машины ничего не остается. Так, он врезался в стену, посмотрим. Мне кажется, они неплохо влетели в стену. У них, возможно, колесо замято, возможно. Сейчас поглядим, как он будет двигаться. Тихо. Главное, чтобы я не разбился. О, нормально. Влетели, все окей. Есть, поймали, красава. Да, преступники взяты. Ограбление банка. Оу, ес, мы захватили самых опасных грабителей банка. Ну что же, на этом мы будем заканчивать нашу серию, ребята. Если вам нравится BMG Drive, то прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, предлагайте ваши идеи в комментариях по поводу интересных, может быть, челленджей, что-то обязательно, ребят. Все комменты я читаю под видео. Друзья, прямо сейчас переходите по ссылочке в описании внизу. Вы можете перейти на плейлист по BMG Drive и посмотреть очень много разных серий по бимочке. У нас очень много различных челленджей, разных там погонь и так далее. Вы найдете все на моем канале. Друзья, с вами был Родригес. Вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи. Увидимся буквально через несколько секунд, если нажмете на следующий видос. Всем счастливо и пока-пока!